Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алена Невмержицкая. Сегодня хочу вам показать свой заказ по 15 каталогу и некоторые новинки 16 каталога. Поэтому, если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. И хочу также вам сказать, если вам что-то понравится из показанного мной, вы можете приобрести этот продукт со скидкой от 20%. Ссылку оставлю внизу под видео. Так, первое, с чего хочу начать, это новинки 16 каталога, мужская серия Men. Это пена для бритья 0547 ее артикул, 200 мл. Она обеспечивает максимальную эффективность бритья, защищает кожу от царапин, порезов и неприятного ощущения стягивания. Витамин Е в составе повышает уровень влаги в коже и смягчает ее. Так, дальше, шампуни для душа 2 в 1, 0,553 артикул, здесь ледниковая вода минеральная и женьшень. Запах очень такой мужской, сильный, ну знаете, такой действительно горный, свежий, очень похож на аромат восьмой элемент для тех, кто его знает. Так, следующее, это шампунь против перхоти, здесь ледниковая минеральная вода, ментол и цинк в составе, 0,549 артикул, тоже такой свежий аромат, но вся серия очень схожа по запаху. Так, следующее, это мыло туалетное, антибактериальное, так вот оно смотрится, здесь ледниковая минеральная вода и шалфей. Знаете, вся серия мне очень нравится, как выглядит, да, то есть, как она оформлена, темно-синяя с серебряным, очень такая, действительно, мужская. Следующее мне заказали, это аромат Валентин Юдашкин Rose, 65 мл, 3004 артикул. Вы знаете, если вы еще думали брать вам этот аромат или нет, то как раз таки настал тот благоприятный момент, потому что сейчас очень огромная скидка по каталогу, 1100 рублей всего лишь навсего. Аромат цветочный, сладкий, но я не скажу, что приторный. Очень хороший шлейф, очень хорошо держится, то есть даже после стирки одежды. Обожаю этот аромат и люблю бесконечно, поэтому если вы также любите такой цветочный сладкий аромат, то обязательно возьмите, попробуйте и закажите себе как раз таки с такой огромной скидкой. Следующий продукт, это средство для интимной гигиены 1640 с молочной кислотой в составе. Так, мягкое натуральное средство для интимной гигиены обеспечивает естественный уход за деликатными зонами без сухости и раздражений. Даже на начальных стадиях молочницы может абсолютно избавить вас от такого небольшого недуга. Поэтому обязательно возьмите себе. Очень такая приятная текстура, гипоаллергенная абсолютно. Так, следующее, это я взяла себе несколько парфюмерных гелей, потому что они сейчас с большой скидкой, очень похожи на те ароматы, которые есть, то есть Intemporelle, да, это 83-19, единственное, что отличает, это то, что нет в составе спирта, Променад 83-26 и Мелодия 83-29. Очень такие приятные, мне нравятся эти ароматы, поэтому я себе заказала их гелем. Так, следующая, это паста 1659, также из серии Expert Pharma. Она борется с зубным налетом и зубным камнем. После того, как чистишь зубы этой пастой, вы знаете, сразу видно, что они прям стали чистые, как будто вот после чистки зубов. Если кто проходил эту процедуру, знает, то действительно вот такой вот эффект дает эта паста. Так, эффективно очищает зубную эмаль от налета, снижает скорость ее образования, блокирует прикрепление зубного налета к эмали, препятствует образованию зубного камня, снижает ротовую полость.
предотвращает проявление неприятного запаха. Вы знаете, она такая очень нежная, не скажу, что прям сильно мятная, но ей комфортно действительно чистить зубы. Следующая также зубная паста 8725 серии Store d'Amore. Нежная малинка, такая гелевая зубная паста, розовенькая, вкусненькая, приятная тоже. Так, наконец-таки появились батончики протеиновые на сайте. Кокосовый, шоколадный. Мне больше всего понравился кокосовый. Шоколадный тоже вкусный, но, по моему мнению, мне ближе кокосовый. Я, в принципе, люблю и кокос, и шоколад, но это и то понравилось. Не буду сильно заострять внимание на составе, но хочу вам сказать некоторые такие ингредиенты. Это концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка, витамин С, витамин Е, витамин В6, В1, В2, фолиевая кислота, витамин В12, В1. Вот, то есть такой состав хороший, но хочу сказать, что не стоит злоупотреблять этими батончиками, потому что они способствуют также набору веса, то есть во всем должна быть мера. Так, следующая — это новинка Axiology. Кислородный бальзам, легендарный кислород 0257, его артикул. Единственное средство, которое содержит именно 20% аквафтема. Это не просто косметическое средство, это крем-сос, которое справляется со многими проблемами. Вот недавно такая случилась ситуация, то что я обожгла руку сковородкой и пошла быстро и намазала свое такое место именно вот этим кислородным бальзамом. И вы знаете, у меня не появился волдырь, хотя было такое сильное соприкосновение со сковородкой, то есть мог бы реально быть волдырь. Но этого не случилось, потому что я вовремя намазала данным кремом. После операции многие врачи рекомендуют также использовать наш кислородный бальзам, потому что способствует регенерации кожи. Также его можно использовать как сыворотку для лица, потому что усиливает действие любых косметических средств. Если вы еще не брали, обязательно возьмите. Я думаю, что вы не пожалеете. Так. Всю серию я себе взяла у Axiology. Это кислородное сияние, ночной крем для лица, дневной крем, кстати, с SPF-фильтром 15. Так, артикул 0238, 0237. Вы знаете, кислородное сияние, вообще серия нацелена на то, чтобы кожа придала естественное сияние, чтобы было. И 0239, крем для век, 15 мл. Вся серия основана на том, что здесь есть кислородные дроны. Не кислородные дроны, а просто дроны, которые направляются в наши глубокие слои кожи и начинают там работать, вырабатывать коллаген, эластин. Это очень такой большой прорыв в компании Faberlic. Я рада, что мы первые в этом преуспели. Также заказала себе BB-крем SPF 10. Хочу вам показать, как он будет смотреться. Вы знаете, BB-крем — это не тональное средство. То есть он выровняет тон кожи, но если вы хотите какие-то видимые глазу кожи что-то вот замаскировать, то это не то средство. То есть тогда нужно в этом случае тональный крем использовать, если какие-то прыщики есть или пигментные пятна, да. А вот именно придать такой более здоровый цвет лица коже, это вполне себе можно. Вот так вот оно смотрится.
очень хорошо растушевывается, распределяется по коже. То есть вы можете заметить, то, что он абсолютно слился с кожей, оттенок у него универсальный, потому что подстраивается под цвет кожи. Так. Функциональный BB-крем. И также себе взяла сыворотку «Кислородное сияние». Знаете, если так приглядеться, то кажется, то, что она такая перламутровая. На самом деле, когда ее наносишь, этого абсолютно не видно. То есть ее как можно наносить, то есть на все лицо, либо же на определенные какие-то зоны использовать в качестве хайлайтера. Так вот она смотрится на руке. Если ее распределить, то есть вообще не видно вот эти вот мелкие частицы. За счет вот этих рассеянных частиц придает коже здоровый цвет лица и действительно прям сияние кожи. Ну и, конечно же, заказала маску 0240. Так, для всех типов кожи это маска Detox. То есть выводит все плохое из клеток на основе красной глины. Предыдущая, которая была упаковка, мне нравилась, поэтому сейчас я заказала в обновленной серии эту маску. Так, ну и все, я вам рассказала, что хотела. Благодарю вас всех за просмотр. Спасибо, что вы со мной.